Всем привет, дамы и господа, с вами Дмитрий Вайс. Я рад приветствовать вас на своем канале разума и здравого смысла. Сегодня хочу записать ролик о том, как я ходил, значит, на радиорынок и приобрел себе две замечательные кассеты. Кассеты VHS. Да, не удивляйтесь. Ну, собственно, вот они сейчас на ваших экранах. А слева находится кассета «Фредди против Джейсона». Это такой фильм ужасов. Слияние двух вселенных. Фредди Крюгера и Джейсона Вурхиса из «Пятницы 13-й». Вот, собственно, а справа у нас находится кассета под названием Prodigy Electronic Punks. Это такая тоже довольно известная группа под названием The Prodigy. Я думаю, многие из вас наслышаны о них. И это как раз-таки целый фильм, посвященный данной группе, где показано их лайв выступление, как они выступают, соответственно, несколько их клипов, разный бэкстейдж со съемок и так далее. То есть фанатам очень понравилось. Я не особо фанат Prodigy. Мне нравится несколько только их песен, но все равно я посмотрел с удовольствием. Есть пара крутых песен. Вот. Даже с этой кассеты. Не говоря уже о том, что они делали потом. Это вообще просто отвал башки. Ну, собственно, вот, да. Две кассеты. Такие вот VHS. Удалось мне приобрести. И я вам скажу, это даже это уже большая редкость. На самом деле. Потому что я обошел весь рынок. И то, что я находил там. И то, что мне предлагали. Это было, что вообще раз перезаписанная, пересмотренная, где-то там непонятно в каком состоянии, а это практически новые лицензионные кассеты, которые мне удалось приобрести у одного дедка. Ну, он отдал мне их по 50 рублей, собственно, вот две кассеты 100 рублей вышли у меня. Вот так они выглядят сзади. Такой вот обзорчик. Что можно еще сказать? По качеству они очень классно себя показали. Я могу даже сейчас продемонстрировать вам, чтобы вы убедились, как они выглядят в деле, так сказать. Вот я поставил эту кассету, сейчас свой видак. Вот так она выглядит со всех сторон, чтобы было понятно, это Фредди против Джейсона. Вот, а эти самые, кстати, Prodigy, их я уже посмотрел. Но сейчас будем включать Фредди. Значит, я уже немножко просмотрел. Вот. Это самое начало. Здесь идет предыстория о Фредди Крюгере. Ну вот, собственно, да. Такая интересная завязка, да, на самом деле. Да, ну, в общем-то, да, я помню, в детстве мне еще даже запрещали смотреть этот фильм, как только он вышел. Это как раз-таки 2003 или 2004 год был. Вот. Мне запрещали смотреть, видимо, из-за вот этой сцены, где сиськи. Наверное, но фильм очень крутой,
Да, я бы посмотрел, вернее, я бы купил всю линейку и «Кошмара на улице Вязов», и «Фредди», ой, «Фредди», «Кошмара на улице Вязов» и «Пятница 13» с Джейсоном Вурхесом, собственной персоне. Я бы приобрел всю линейку, но это практически невозможно, потому что все коллекционеры и ценители их уже разобрали, и практически невозможно найти где-то их. Вот. Либо можно, но за, естественно, уже совсем другие деньги. Вот. Но если мне повезет, я что-то приобрету и обязательно сниму об этом ролик, потому что мне эта тема очень нравится. Вот у меня еще есть несколько кассет на эту тематику. Ну, не на эту, а вообще, в принципе, просто кассет. Я могу про них тоже снять видео, если будет интересно. Ну а с вами как бы был Дмитрий Вайс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В общем-то.